Участник транснациональной ОПГ экстрадирован из Баку в Казахстан. Мужчину подозревают в контрабанде свыше 24 килограммов золота. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре. Сумма ущерба 633 миллиона тенге. Подозреваемый был задержан на территории Азербайджана в июле прошлого года. Сейчас он водворен в следственный изолятор столицы. Иностранцу грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.